If you look real high, you just might find sitting in the stars, glistening, glistening, waiting for the band to come. Just waiting for the band to come. Oh, I wonder. Турецкий Бентли. Едем за фурой с огнеопасным веществом. Дороги здесь настолько ужасные, что мы едем 20 км в час. Что ты думаешь по этому поводу, моя любовь? Я нервничаю. Эвелина нервничает. Дороги, не надо здесь гонять. Так мы едем тихо. Это сейчас мы едем тихо, а там я уже не смогу ничего сказать. Мне кажется, после этого трипа ты будешь мне доверять просто на все 200%. Если мы приедем в Германию. Если мы доедем. Да. Matters me.
Бухаресте. Подъехали к отелю. Мы приехали в Бухарест. Кика не кушала 9 часов. Хот-дог это не считается. Уже штаны падают, все. Кошмар, все, 9 часов. Штаны падают. Ну нет, вот, вот тебе диета, дорожный трип. Это мы с Эвелиной заселились в отель. Кися. Кушать хотим. Итак, Интерконтиненталь. Мы с Эвелиной забрались в номер. Называется он, как там, Junior Suite, да? Junior Suite. Кика недовольна видом из окна, потому что он выходит на улицу и магазин Мелы. Ну ничего страшного. Хорошая Кика. Беги, куп-куп. Какие-то определенные места у тебя? Скажи, пожалуйста. Hello? That's for the vlog. Coming back, yeah? I am coming back. Okay. Sure. Ticket entry. To entry, yeah? Okay. Закроешь? Yes, of course. No. Yeah, we'll close the roof. Okay. Yeah, we have a roof. Yeah. Yeah. Додж присоединился. Туристы. Правильно. Да. Красиво. Это впечатляет, скажи. Да, красиво. Какой бестолковый внутри. Ты видела? Да, я смотрела обзор. Thank you.
Ну, давай зарубимся? Чуть-чуть. Давай, да. Вот, вот наши ворота. Да. Эндрю Тейт сказал, что Румыния безопасна, поэтому мы должны ему довериться. Так, это мы в Интерконтинентале. Кика. Ай-яй-яй. Итак, мы едем из Бухареста в Будапешт. Столица Польши. Поехали. Мишка, смотри, медведь. А, нет, да, настоящий медведь, смотри. Офигеть. Охренеть. Настоящий медведь. Мишка. Ребят, заехали мы в Румынию. Только до конца не открывай, не надо до конца. Привет. Красавчик. Загрызет в два счета. Ну, офигеть. Пока, Мишка. Поехали. Пока, Мишка. Чё на меня посмотрели? Чё я вам сдался? Едьте дальше, турист страны. Ничего себе. Нет, это не гризли. У нас здесь не водятся. Это буры. Я думала, буры... вначале, что он настоящий, потом думал, может, статуя? Я тоже подумал сначала статуя, но он так, знаешь, сидел спокойно, да, что... Я сначала подумал, настоящий, потом, а вот еще медвежата, это уже, а, это опаснее, это мать с детьми, это опасно, все, уходим отсюда. Мы глубоко в горах, на высоте примерно в 2000 метров, может меньше. Идем кушать рыбку. Там у нас кавказская овчарка, точнее ее щеночек. Кика! Заказали вкусную еду, пьем чай.
Yeah. Hopefully, you know, if I get back in summer. In the summer is very nice, yeah. Мишка. Медвежонок маленький. Так, надо быть осторожнее, чтобы мама не побежала за нами. Поднимемся, там будет как в картинке. Потому что это еще не все. Там с самого верха открывается на все вот это вот. А где музыка? Ну зачем она нужна? Так, давай селфи. Подожди. Ну что? Ой, какой у тебя аватар. Стихия воды. Ну что там у нас, смотри?
Красиво, да? А, они хотят. Ни при чем. Ты очень даже при чем. О, фламинго на ковре. О, вот. Ну и все, вот мы с горы спускаемся вниз и едем уже в Будапешт. Я думаю, тебе надо выйти. Да. Может, тебе тоже выйти? Не знаю. Ты еще до сих пор аватар. Ладно, едем. Ну едем. Надо быстрее доехать. Нам в 3 часа только домой приедем. Пока что первое впечатление. Веселые пограничники. Очень веселые пограничники. Они взяли у нас документы на автомобиль только для того, чтобы посмотреть литраж этого двигателя. Увидели, не что нашли? Это 5 литров. Спросили меня еще раз. Я говорю, 5 литров, V8. Они говорят, а можешь сделать бернаут? Я говорю, нет, резина дорогая. Они говорят, а можешь тогда уехать быстро? Я говорю, на пограничной зоне быстро? Они такие, да. Я такой, хорошо. Показовал. Say no more. Да, я показовал. Они послушали, начали улыбаться, смеяться, радоваться. И как только мы попрощались, я уехал быстро. Очень быстро. И со звуком. Так, вот. Румыния так что... нам тоже понравилась. Румыния, да? Просто офигительная страна. Обязательно туда вернусь. Мы с тобой точнее вернемся на новой какой-нибудь классной машине. Ну вот. Болгарию мы только днем будем проезжать, и то только чтобы доехать до Турции. Вот.
по очень необходимой нужде. Да, по самой необходимой нужде. Если вечер и темнеет... Это вообще пиздец, мы там не проезжаем. Если вечер темнеет, то мы остаемся в Румынии, ждем, когда просветлеет, и поедем через Болгарию как можно быстрее. Но, это точно. Да, Болгария нам не понравилась. Ну, что? Может быть, это только единственный тот регион рядом с Турцией, да? Непонятно. И Румынией. И, может быть, и вся страна, непонятно. Ладно, будем ехать дальше. Путь наш еще долгий, но мы почти на месте. Так. Смотрите сюда. Так мы ехали около 5 километров на 5-литровом Мустанге. В Венгрии нету ни одной практически заправки, которая работает ночью. Так, давай вначале зальемся, а вдруг это тоже не круглосуточно. Все. Не рискуем. Все. Давай, ты там меня снимай, я пошел заправляться. Вот мы спустя многое время заселились почти. О, Эвелина. Так, я уже говорил, что мы приехали. Ну вот, ой, Кика такая немножко красивая. Да? Спасибо! Ух ты. Так, ванная комната. Там душ, все понятно. Вот он я. Ой, слава богу, окна во внутренний двор. Аллилуйя. Не представляешь, иначе было бы шумно. Скажи, я этот отель из Аспая выбрала. Смотри, как классно. Здесь очень красиво. А ты мне, Вау! Красота! Пойдем сначала посидим в бане. Востоке. Приехали в 2 часа 30 минут. Ночи, конечно. Почему нельзя снимать, когда я докрашу бровь? Ты красивая. Чуть-чуть красивая. Самая красивая на свете. Вот такой охотничий отель. Хороший завтрак.
Хороший номер, удобная кровать. Да? Да. Еще дальше. Так, где мы находимся? В Бялостоке. Вот, вчера мы ехали 1000 километров с Румынии. Правильно? Мы в Румынии вчера? Нет, мы не в Румынии. Какая Румыния? Венгрия? Так, заново. Нет, не заново. Дубль 2. Нет, не дубль Ладно, 2. Хорошо, мы вчера были в Будапеште. Да. В хорошем отеле. Ходили в спа. Ну, вот. Делали куб-купный куб. Да, делали куб-куб. Получается, проехали 1000 километров. Около 10 часов мы ехали с тобой. Сейчас мы находимся в Бялостоке. Осталось где-то 600-700 километров до Латвии. Ваши ощущения, Александр? Мои ощущения... Слава богу, что мы остановились. Я бы не доехал. А Кика? А Кика самая лучшая. А что делала Кика вчера? А что еще делала Кика? А потом поехала. Когда что делал Шкук? Когда Шкук... И кто нас в итоге сюда довез? Кика. Без радара.